скорее, 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 скорее. Вот они мы, скажи. Вот они мы прибежали, да? Уже выучили позывной, да? Вы выучили позывной, козявочки мои сладенькие? Выучили, скажи. Умнички мои сладенькие. Шустрики? Да, вы такие шустрики, хоть такие маленькие совсем. Но кашу уже наелись, все, не хотят больше. Совсем ничего не съели. Сколько налила, считай, столько и осталось. Да, черносочка? Ой, куда это лезет? Куда это Златка номер два лезет? Ой, ну хвост у нас, я не знаю. Ты тоже? А, да ты моя зайка. Ой, да ты моя сладенькая, да. Маленькая моя девочка. Ой, ты моя маленькая девочка. Опять одни девчонки, по-моему. Да? Четыре, кажется, девочки и один мальчик. Ну что это такое? Это одни девки. Одни девки валятся на голову. Да? Ай-яй-яй. Кто у нас мальчик? Вон тот темненький мальчик. Короткохвостенький, да. Козявки. Козявки. Так, поступило мясушка. Какая радость, вы посмотрите, ё-моё. Одна вырезка, я прям не знаю, как никогда. Один кусок лучше другого. Во, праздник собакам устроим. Праздник устроим, Серёга молодец, урвал. Красота. Сейчас пойдем кормить, пока не стемнело. Только вот, конечно, 5 ведер, а это выворка еще большая. Столько не скормим. Иногда бывает густо, а иногда бывает пусто. Вы посмотрите, я не знаю. Сам бы ел, да собакам надо. Розовенькая, хорошенькая. Ой, посмотрите, какая вырезка. Бомба. Купила таблетки от глистов для кошек и для собак. Спасибо большое за помощь. Вот таких вот 60 таблеточек. 5 пластинок. 4 целых, одна развалилась. Очень хорошие таблетки. Их прекрасно. И собаки переносят, и кошки. Спасибо большое за помощь. Вот 60 таблеток вышло почти 11 тысяч. 10 680, кажется. 11 тысяч, обалдеть, на один раз обработки. Я забрала все и еще не считала, хватит или нет. Одна таблетка идет на 10 килограмм.
Если кто-то плохо переносит какие-то лекарства от глистов, попробуйте вот эти таблетки. Они очень хорошо переносятся животными. И их уже не в каждой аптеке найдешь. Они производство Германии. Может быть, в связи с санкциями, не знаю. Но я обзванивала в Курске все ветаптеки. Их практически нигде нет. Есть, если кому-то нужно, и кто-то живет в Курске, на улице Малых пока еще есть. Ветаптека 140 с чем-то рублей они там стоят. В нашей деревенской вот 177, видно, накрутка. Ну, мы посчитали, что нам до Курска ехать, что на месте купить, в принципе. На бензин уйдет столько же. Так что спасибо большое. На днях будем обрабатывать.